В городе продолжается осенний призыв в армию, который стартовал 1 октября. В этом году количество призывников из Кунгура, Кунгурского и Березовского районов сократилось почти на 60 человек. Это связано с тем, что отбор стал наиболее тщательным. Об этом нам сообщили в городском военкомате, где сегодня прошло заседание призывной комиссии. Сюда были приглашены почти 20 будущих солдат. Ребята предварительно прошли медицинскую комиссию, а сегодня узнали, в каких войсках будут служить. Многие из присутствующих признаются, что шли в военкомат с желанием служить родине, поскольку это обязанность настоящего мужчины. Сегодня я пришел с огромным желанием в Кунгурский военкомат для того, чтобы попасть в элитные войска президентский полк. Для меня это как-то большая честь. Служить в президентских полках и вообще служить России. Служба в армии становится престижной, и молодые ребята стараются доказать свое право поступить в элитные подразделения войск, отмечают представители комиссии. В основном идут с желанием, и даже такие споры возникают. Конечно, приятно, что категория годности «Б» уже не котируется. Хочется идти в войска, такие элитные, и приходят, и требуют, и некоторые даже доказывают, что они имеют право иметь категорию А. Призывники стремятся, это уже приятно. По-прежнему в приоритете сейчас люди с высшим образованием. Такие ребята могут отслужить год или два, но уже сразу по контракту. Первая отправка будущих солдат запланирована на 20 октября. А 15 октября в Театре молодежи пройдет встреча с родителями будущих солдат. Начало в 19 часов.